Привет-привет! Привет! Сегодня вы опять будете добывать золото. Ну и в этот раз не обойдется без опасности. Обернитесь, видите три двери? За одной из этих дверей вас ждет ведро монет. Но не все так просто, потому что за двумя другими дверями вас ждет опасность. Манкиту! Бой! Милан, ты первый. Манкиту! Ого. Манкиту! Дань, ты второй. Милан будет первый, потом Даня, я посерединке, Диана и Илья. Готов начинать? Да. Какую дверь ты думаешь? Рассказывай нам. Я думаю классную. Вот та вот, третья, да? Нет, первая. Первая? Почему и ты хочешь спасти меня первую? Или третью? Не, я лучше первую. Подожди, так третью или первую? Ты меня запутал. Первую. Первую? Да. Ты уверен? Да. И как ты думаешь, тоже будет там какая-то опасность? Деньги. Деньги? Я пошел. Что там? Деньги! Целое ведро денег. Вау! С первой попытки. Вы думали, он угадает или мы нет? Мы болели с Даней за ведро с водой, а Диана за денежки. Ну а ты думал, что отгадаешь сразу вот так? Да. Быстро ты все делал. Я вообще не поверил. Да, бери ведро тогда. Ведро такое тяжелое, что я тебе помогу. Настоящие монеты. Много-много монет. Милан, ставь монеты сюда, потому что сейчас тебя ждет следующий раунд. Беги прячься, а мы подготовимся. Ребят, а второй раунд будет сложнее, потому что за одной из дверей будет стоять банан с пушкой. Илья, водяной пушкой. Ты будешь бананом. Дети, как вам папа банан? Милан, сейчас тебя ждет второй раунд. У тебя есть уже одна ведерко с монетами. Сейчас ты сможешь найти второе. Вот только теперь опасности за дверями стали еще больше. Поэтому берегись и выбирай аккуратно. Готов? Да. Давай, вперед. Я бы Диане. Да, Диане? Подожди, ты уверен? Да. Ты помнишь, опасность стала гораздо больше. Оно монеты уже... ты свои не оно потеряешь, но это будет не совсем приятно. Остановиться и взять монеты. И дальше не играть. У нас надо пройти все три раунда. Да, вот эту, мою. Третью? Да. Вот эту? Да, я пошел. Подожди, ты уверен? Да, да. Ты думаешь, это хороший? Да, 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 да. А ты смотрел да, календарь? Да, да, да. Может, сегодня какой-нибудь розовый день? Или желтый? Нет. Нет? Я так ждал тебя в гости, и ты ко мне зашел. Милан, в этот раунд тебя ждала неудача. Беги прячься, а мы подготовим третий, последний. Ребят, ну и третий раунд, он самый опасный. Здесь можно будет заработать сразу два ведра с монетами. Но вот только на этом раунде будет воришка, который украдет ваши монеты, если вы откроете дверь с ним. Кто будет воришкой? Я! Хорошо, давайте, Даня. А ты, Диан, в следующий раз. Дань, переодевайся. Ты готов к своему последнему раунду? Да. Послушай, что тебя ждет в этот раз. За одной дверью будет сразу два ведра с монетами. За другой дверью будет просто пусто. Ну а третья дверь в этот раз будет действительно опасная. Потому что там прячется воришка, которая заберет все твои монеты, которые ты успел накопить. Поэтому в этот раз будь особенно аккуратен. Готов начинать? Да. Давай. Дианин. Дианин? Да. Это, подожди, это который? Это вот красный, да? Нет. Посередине. Что? Посередине? Да. Точно? Да. Ты пустое ведро, что ли, хочешь? Не, я в этот свой обтать свой. Тебе жарко, что ли? Ты хочешь облиться? Не, я в этот все пошел. О, Милан, солнца-то нету. Сейчас холодно будет. Что там, ребят, деньги! Что же это? Милан, поздравляю тебя! Аплодисменты! Поздравляем! И что же было, Милан, здесь? Посмотри, куда ты хотел пойти первый раз. Глянь. Да. Дань! Не, Дань, все. Ну ладно. Дань, раздевайся, сейчас будет твоя очередь. Милан,
Юля, ты богатей у нас. Ну и как? Тебе понравился такой конкурс? Ты верил, что сможешь найти столько ведер? Нет. Юля, посмотри. Нет. Сколько у тебя монет? А давай в одно высыпнем. В одно давай. Ну-ка. Раз. Ну, Юля, помогай вместе, давай. Пол ведра. Несмотря на то, что одно ведро ты упустил, ты посмотри, как много у тебя сокровищ. Беги, садись на место зрителя. А сейчас будет Даня. Теперь твоя очередь. Да. Как думаешь, это будет так же легко или нет? Я думаю, на первый раунд капельку легко. Но ты помнишь, как Милну досталось от банана? Да. Поэтому будь аккуратней. Что, ты вот так сразу пойдешь к двери, которую выбрал, или все же походишь, подумаешь, я может поиграешь похож... в экстрасенса? Я лучше похожу подольше. Походи и подумай. А я бы, Дань, сразу пошел в первую дверь. Мне нравится первая, там обычно всегда хорошо. Я лучше. Хотя, знаешь, нет, наверное, я больше число 3 люблю. И я. А ты какое число больше любишь? Миллиарда. Миллиарда? Да. А, ну тогда тебе вот туда даем, в ту сторону. Тут у нас всего 3 дыры. Ну, если... Короче, что думать, иди во вторую, да? Давай в первую. В первую? Да. Ты уверен? Да. Ладно, Дань, смотри, ты все равно перешагнул, да? Ты теперь не можешь свой выбор поменять, я тебе скажу, что там. Там ведро с водой, открывай. Пусто! Что? Пусто! Ну, да. Зато ты остался сухим, да? Да. Иди прячься. Мы будем подготавливать следующий раунд. Да. Во втором раунде у нас будет банан. Кто хочет быть бананом? Я. Я. Можно я? Давайте мой план. Манкиту. Манкиту. Я. Милан будет бананом. А ты, Диан, Маришкой, да? Да. Зато в следующий раз ты будешь бананом. А я хочу. Второй раунд. Твой второй раунд. Ты помнишь, что было с Милном во втором раунде? Да, это уже... Хотел да, пытаться? Да, это был банан с автоматом с водой. Да? Да. Хочешь подсказку, где он? Да. Мне кажется, он вот за этой дверью. Ну, или можешь просто не играть. Зато останешься сухим. Играть чего лучше, это интересней. Да, ну давай тогда. Не могу выбрать. Не можешь? Пожалуй. А мне кажется, это легко. Я бы сразу в среднюю дверь... Я вот эту. Посерединке? Да. Ну, давай, молодец. А нас-то за что? Дань, ну знаешь что? Я думаю, это поможет тебе лучше соображать в третьем раунде. Да. Беги, мы будем к нему готовиться. У меня для тебя хорошие новости. Смотри, у тебя еще нет ведерка, поэтому воришка у тебя ничего не сворует. Зато ты можешь заработать сразу 2 ведра монеток. Ну, либо остаться совсем ни с чем. Поэтому можешь смело выбирать вторую. Мне кажется, там Диана. Не первую. Кто больше? Я первую. Первую? Да. Точно? Вот так сразу? Да. Ну, ты уже переступил, назад у тебя хода нету. Потерять нечего дальше. Ой, подожди, а ты душ меня не обрызгала? Да, думаешь, нет! Да, ну я поздравляю, ты все же уходишь не с пустыми руками. Да. Забирай свое ведерко. Ой, это тяжелое-то. Диана, выходи. Маришка, можешь выбегать. Давай, помогу. О, давай. Вот он неплохо, а. Дань, бери свое ведерко, садись на место зрителя. Я себе притащу. Я передаю бразды правления тебе. Давай. Я сам пошел прятаться. Пожалуйста, ведерко сюда положите, ладно? Все, мы с вами договорились. Два положим, два. Да, положим. Ребят, ложитесь в первое, я с вами поделюсь, хорошо? Да, мы поймем. Это сговор. Мы на это не пойдем, Мила. Стой, Мила. Давайте садок, да? Мы договоримся. Катя, с водой. Давай. Давайте. И что бы ты хотел выбрать? Так, ну, мы с вами договаривались, да. Первым, да? Да, но деньги мы положили сюда, да. в третий. А во втором посадили воришку с бананом.
Кто подскажет, тому дам половину ведра. Да. Нет! Что не подсказываем, что в первом деньги, не подсказываем. Если честно, мыться мне не сильно хочется. Уже солнышко-то прячется. Поэтому я, пожалуй, пойду во второе, да? Нет, давай в первое. Я иду в первое. Да, 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 да. Нет, кто-то нет, мне подсказывает, что надо идти все же в третье ведро. Я хотел сказать, в третье ведро, в третью дверь, да? Да. Нет, 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 нет. Значит, делай наоборот. Если да, говорят, да, нет, да, да, значит, иди, да. Если говорят, да, значит, нет, там и... банан будет. Банан? Та-дам. Ох, ну ладно. Чё-то здесь пусто, ребят. Ну что ж вы так позволите? Я ведь с вами договаривался, да? Вот, вот буду знать, какие. А что ты третий выбрал? Зато мы играем по-честному, дети, да? Да. Да. Мы не пошли на сговор. Да. А, ты, значит, как левки ел? Это сырники. А можно? Хотите сырничков? Да. А ты мило хочешь? Вот кто подскажет, тому и дам. Я хочу. Дань, я сырник хочу. Ладно, дети, на этот раз мы не будем ему подсказывать, да? Дань, ты понюхай, как вкусно пахнет. Руки только не спускай. Как это вкусно. С ума с этим. Вы ничего сейчас не слышали? Бананчик, а ты хочешь сырники? Постучи в дверку, а я тебе сырники дам за это. Они очень вкусные, Диан. Дань, не надо. Не? Ладно, Дань, держи. Так уж и быть. Вкусно? Да. Ну теперь ты все просто обязан мне сказать. Не, мы живем молча, Дань, поэтому мы не можем говорить, да, когда едим сырник. Артем, пора бы уже выбрать дверь. Ну ладно. Если все время выбирать одну и ту же дверь, то рано или поздно она выстрельнет. Надеюсь, что не водой. Вообще бы. Сейчас мы узнаем, что там выстрелит. Ку-ку. И правда выстрелила. Два раза пустое ведро, Артем, ты прав. Пять. Ну ладно, так уж и быть. А что в дверь не постучалась? Держите, я сырник. Держи. А я прятаться пошел. Ребят, помните, мы сегодня хотели это, после съемок идти на игровую площадку? Да. Так вот, я сейчас могу ходить и выбирать дверцу целый час, пока площадка не закроется. Или вы можете мне быстренько подсказать, и я пойду. А они сами не знают, да, дети? Да. Мы точно не знаешь? Нет. Нет? Ладно, тогда не буду тянуть и пойду опять сюда. Пока! Я ничем в этот раз, ребят, не рискую, потому что денег у меня все равно нету. Жалко, у нас нет ведра с водой. Привет! Паришка, ну отними у нее кружку с чаем. Нет, только не мой чай, только не мой чай. Освободишь мне ведерко? Теперь твоя очередь. Да! Беги. Ходи, беги, прячься в домик, а мы подготовим для тебя сюрпризы. Только запомни правило. Если ты заступила за палочку, значит все, ты уже не можешь передумать. Поэтому перед тем, как перешагнуть, сперва говори, в какую дверь ты идешь. Я тебя вижу, в свой домик хочешь идти, да? Лучше в оранжевый. Свой? Да. Ну, Диан, подожди. А вдруг ребята подумали, что ты свой домик выберешь и подложили туда гадость какую-нибудь? Нет, Диана идет, она вот только ты уже переступила, Диан. Поэтому другого выхода у тебя нету. Иди за своим гадостным ведром. Кто там? Что, Диан, что? Что монетки. Это? Монетки. Что? Ура! Монетки. Монетки? Поздравляю. Да. Тяжелая ведерко, да, Диан? Да. Давай тащим, тащим, тащим и ставим здесь. Беги прятаться, а мы подготовим для тебя бананчика. Диана! Ну? В этот раз дальше быстро будешь выбирать или нет? Опять свой? Как и я? Все время в один и тот же? Я свой. Милан. Был же домик красный. Нет. Милан, думаешь, к себе все свое богатство положу? Нет. Ну, тогда иди, если ты в этом так уверена. Подожди, подожди, постой. Там, короче, банан сидит. Смотри, он сейчас будет тебя стрелять, нельзя убегать, хорошо? За эту линию стой и смело принимай удар судьбы. Сейчас он тебя пшикает. Подожди, а где банан? Диана, где банан? Банан, что ли, убежал в другой дом? Денежки? Там же банан был.
Диана, ты богатее и богатее с каждым раундом. Да. Диана, у тебя есть шанс поставить рекорд. Ты можешь выиграть 4 ведра. Диан, ну поздравляю, пока ты прям идешь без единого промаха. Беги. Надеюсь, в следующем раунде у тебя получится так же. Давай, вперед. Прячься. Кажется, ну, Диана, ты у нас не пока сможешь лидирует. Переодеться в воришку, Милан, поэтому ты опять будешь воришкой. Хорошо? Да. Воришка, почему ты решил спрятаться в этот домик? Потому что я думаю, что она по очереди будет выбивать. Второй, третий и первый? Да. Ну, посмотрим. Диана! Диана! Диан, подожди. Я знаешь, что хочу тебе напомнить? Что? У тебя есть уже целых 2 ведра. И в этот раз ты сможешь заработать либо еще 2, либо потерять уже те, которые у тебя есть. Поэтому будь особенно аккуратной. Ну что, ты смотри, ты была во втором домике, в третьем. У тебя остается только первый, да? И, не знаю, или второй, или третий. В общем, тебе выбирать. Ох, как твои глазки смотрят на первый домик. Кажется, ты что-то заподозрила, да? Какой? Третий? Оранжевый. Оранжевый? Да. Оранжевый это третий, да? Угу. Это точно? Там я... Ну хорошо, ты ведерком скажи на всякий случай пока-пока и иди. Не хочешь? Нет. Что там? Что? Ну, расскажи нам. О, Диан, ну это лучше, чем воришка. Но хуже, чем 2 ведра. Диан, поздравляю. Ты, как и Милан, уходишь отсюда с 2 ведерками. Отлично справилась. Держи 5. Ну, тебе повезло, ты могла остаться вообще без ведерок. А хотела бы 4? Да. Да? Ну ладно, беги садись, теперь знаешь, что будет играть? Не-не, Диан, ты не туда. Да. Теперь играет папа, а ты на ведерко. Эй, я! Так, дети, говорите, куда спрятали деньги? Туда, в оранжевый. А что бы вы хотели, чтобы я выиграл? Деньги? Давай. Да. Точно? Да. Точно. Ладно, я отличусь, я послушаю детей и пойду в оранжевый. Иди. Они, конечно, а я потом могу передумать? Хорошо. Нет. Там точно все. Деньги? Да. Да. Ну ладно. Много денег? Да. Да. А, тут... тут много воды, а не денег. А я-то думал, вы мне желаете тоже выигрыша. И что делать с этим ведром? Выпить нужно? Вылить на себя. Ну если вылить, тут не так уж и много. Можно на я? На голову или? На голову я сам. Ну давайте, вы советовали, вы выливайте. Раз, два, три. Что-то как раз жарко так было, хорошо. Эх. Ладно, все, беги, пока солнце не село, а мы готовим следующий раунд. Да, да. Эй, я! Ну что, дай хотите меня облить, да? Сейчас я не буду вас слушать. Иди, оранжевый, там деньги. Оранжевый? Да, папе последний раз, я тебе никогда больше не пью. Да, там деньги? Правда. Артем ходил в одну и ту же дверь и все время проигрывал. Не, иди в оранжевый. Последний раз, хорошо. А я пойду в сиреневый. Нет, там банан. Ну что, дай иди. Там деньги, последний раз. Давайте читалочку какую-нибудь сделаем. Ну давай человек. Давай читалочку. Манкиту. Манкиту. Я. Нет, ты Милан проиграл. Ты проиграл. Не, я победил, у меня получится. А, точно, извиняюсь. Да? Да, иди туда. Туда? Ну ладно, что ж, я сегодня буду отважным. Если даже вы меня сейчас обольете, я еще смогу 2 ведра выиграть, поэтому мне не страшно. Иди. Говорил? Вот спасибо. Говорили? Я выиграл ведро. Я не обманул. Я был настроен. А мне вы не подсказывали. Говорили. А, ты здесь? А я хотел в красный пойти. Ну, скажи ребятам пока и беги. Я скажу ребятам спасибо и побегу. Зовем Илью? Да. Короче, давай, чтобы уже пойти скорее на площадку, иди сразу в третью дверь и все. Не, ну дети меня не обманывали, я вам поверю. Бери третью. Третью? Там деньги, правда. 2 ведра? Да. Вообще-то они меня не обманули во второй раз, наверное, я вам поверю. Да. Да? Ладно, иду в третью, пойдем на площадку, чтобы там не было. Опять деньги? Да, мы же тебя не Какие обманули. Какие вы добренькие дети. А я думал, там будет воришка. Воришка? И что, я самый богатый получился? Да. Нет, мы с Миланом самые богатые, да? Да. Вот это улов.
Сейчас мы, ребят, за ваш счет идем в кафе кушать пиццу, да? А еще на площадку! Ребят, отличная вышла игра? Да! Ребята решили объединить свои монетки. Вот сколько у нас вышло. У нас вышло неподъемное ведро. Я даже не могу поднять его. И знаете, что остается? Что? Наши классические. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. А как же комментарии? И пишите комментарии. Обязательно. И всем пока.